компактный микрофон с поп-фильтром для конференций и стриминга. В этом видео поговорим про микрофон Hama Stream. В комплект поставки входит сам микрофон, поп-фильтр, регулируемая тренога зажимом, гарантийный талон и инструкция. Корпус микрофона выполнен в черном цвете, он компактный и удобно лежит в руке. От нижней части отходит несъемный 2-метровый USB кабель. Тренога позволяет разместить микрофон на столе. Держатель может наклоняться вперед и назад для удобства стримера. Для более чистого звука необходимо использовать поп-фильтр. Он отсечет шум дыхания и шлепки губ. Если вы бьете руками по столу во время игры, подумайте о приобретении антивибрационного крепления типа паук. Эта модель не требует дополнительных драйверов для работы. Она подходит для операционных систем Windows Vista и выше, а также macOS X. Hama Stream — микрофон кардиоидного типа и захватывает максимум звука спереди. Сзади есть небольшая зона чувствительности, то есть стук клавиатуры попадет в запись, но будет очень тихим. Учтите, что кнопки Mute здесь нет, поэтому в целях приватности придется отключать провод от компьютера. Hama Stream — решение для начинающих стримеров и тех, кто часто общается онлайн в личных и рабочих целях. Поп-фильтр позволяет записать звук без лишних шумов, а благодаря компактному корпусу микрофон можно разместить даже на небольшом рабочем столе.